Всем привет, ребята, с вами ваш Кент АПК. И сегодня, как вы меня и просили, будет открытие кейсов. И знаете, что я, ребята, решил? Если мы наберем 2500 лайков под этим видеороликом, я сразу же пойду снимать вторую часть открытия кейсов. Так что, ребят, давайте прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и обязательно пишите какой-то хороший комментарий. Ну что же, а я думаю, что мы можем уже начинать. У меня, ребята, 1000 золота. Но, в принципе, возможно, что если мне попадется повторка, то я, ребята, смогу открыть даже 11 секретных кейсов. И, возможно, именно сегодня мне повезет и, наконец-то, свершится, ребят, долгожданное чудо. А именно мне выпадет керамбит или гатнайф. Ну что же, понеслась жара, поехали. Кейсы, скины... Ну, первый кейс пошел. Как мы, ребята, открытие кейсов начнем, так мы его и закончим. Так что, если сейчас выпадет что-то хорошее... Блин! Инжекшн! Ну, вот дерьмо. Эх. Ну, вы поняли, да, ребят? Как я начну открытие кейсов, так я его и закончу. Ну, пока что что-то мне не везет. R700, скин Инжекшн. Я просто терпеть не могу скин Инжекшн. Я никогда в жизни с ним не играл и чисто принципиально не буду. Эх, ребята, вообще чё-то не фартит. Ну что же, попыточка номер два. Возможно, хотя бы в этот раз мне повезет хоть чуть-чуть. Так, ну хотя бы нож какой-то секретный, ну пожалуйста. Да ну, блин. Это какая-то палочка мне выпала, да? Ну, скажем так, я, ребята, недоволен. Потому что я даже не знаю, что это за оружие, какой-то лом, да? По всей видимости, это какой-то лом. Но обратно, ребят, выпадают те скины, с которыми я не играю и играть не буду. Увы и ах, как обычно, ребят, выпал бесполезный лом, бесполезный хлам. Идемте дальше. Надеюсь, что хотя бы в этот раз мне выпадет что-то ценное. Хотя бы какой-то нож, да, ребят? Я был бы рад и этому. Да ну. А, ну, кстати, этого скина у меня нету. Ну, скажем так, P90, ну, такое себе, но этого скина у меня нету. Ну, я, ребят, хочу керамбит, ну, или гаднайф, ну, я хочу какую-то секретку, ну, хочу что-то хорошее. Ну, почему? Ну, за что мне упадает всякая лажа? Эх, что же мне так не прет? Давайте дальше. Ну, пожалуйста, керамбитик, родимый, давай. Прошу тебя, сильно. Нет! Подождите, у меня же этого скина не было, лол, скин Нео, вот это круто, да вы что, я в шоке. Не, в принципе, я хотел секретку, но мне выпало очень крутое секретное оружие, а именно, ребята, очень крутой скин на Дигл, а именно Нео. Слушайте, как же это классно, блин, я буду играть с ним, все, я решил, вот я решил вторичное оружие, где у меня тут Дигл, прямо сейчас я его поставлю при вас. Как же это круто, а ну-ка, где-то у меня Нео, так, это не то, у меня, кстати, очень много скинов на Дигл, так, а ну-ка, ищем Нео, блин, как же это круто, вы только посмотрите, какой же крутой и классный скин, я, ребят, очень-очень доволен, но давайте крутить дальше, вроде бы, мне начинает вести, конечно, это не точно, но вроде бы белая полоса, начинается. Ну что ж, поехали дальше. Так. Ждем. О, там был гатнайф или керамбит, да? Вы видели? Там был какой-то крутой скин. Ну что же, мне, в принципе, выпал нож. Уже неплохо. Хотя у меня этот нож есть, но, ребята, скажем так, белая полоса начинается. Поэтому, в принципе, неплохо. Неплохо, идемте дальше. Ой, как же неплохо, а ну-ка. Ну давайте, керамбитик. Ну блин, я бы так рад был керамбиту. Но я хочу хоть раз выбить керамбит или гатнайф. Ну хочу что-то выбить ценное. Нет, ну блин. Скин на USP. Мой любимый, ну вы поняли, да? У меня уже целая коллекция этих скинов, ребят. Я не вру. У меня этих скинов USP штук 10, наверное. Прям очень много. Давайте дальше. Еще осталось 5 попыточек. Мне выпадает тот скин, который у меня уже давным-давно есть. Эх. Слушайте, я сегодня видел и керамбит, и гатнайф. Я уже все сегодня видел. Но мне ничего не выпадает. Эх.
Давайте дальше. Еще 4 попыточки. Не все утеряно. Ну, пожалуйста, родимый керамбит. Нет. Да ну. Плюс один бесполезный скин в мою коллекцию на оружие А12. Как обычно, кентухи не везет. Давайте далее. Возможно, хотя бы сейчас мне, ребят, начнет хоть немножко вести. Потому что пока что из ценного мне выпал только крутой скин на Дигл. Кстати, был еще один, ребят, видели? Еще один скин на Гатнайф. Еще один Гатнайф пролетел, но, ребята, к сожалению, не мне в инвентарь. Блин, это было так близко, Гатнайф, но я уже прям его увидел. Я уже его прям представил в моем инвентаре. Но, увы и ах. Давайте дальше. Еще 2 попытки. Гатнайф, родимый, пожалуйста. Так. Нет, ну уже есть этот скин. Да ну, только не это. Эх. К большому-пребольшому сожалению, данный скин у меня уже есть. Эх. Не фартит кентухи? Ну что же, у вашего кента осталась последняя попытка. И прямо сейчас мы узнаем, повезет ли кенту или как обычно. Ну что же, поехали. Ну-ну-ну, давай-давай. Пожалуйста, керамбитик мой сладенький, давай-давай. Керамбитик, там был какой-то нож. Давай дальше. Ну почти. Блин. Ну почти, ребята, выпал крутой скин на секретный нож. Но нет. Обратно черная полоса, обратно кентухе не везет. Но если мы, ребята, наберем 2500 лайков, а я знаю, что вы у меня молодцы. Ребят, давайте, 2500 лайков, и я иду дальше открывать секретные кейсы. Так что, кому не сложно, по-братски поставьте лайк. Я вас очень прошу, прям очень-очень прошу. Пожалуйста, поставьте лайк, потому что я хочу новое открытие кейсов. Так что, ребят, давайте набираем лайки. И тогда, возможно, вашему кенту повезет, и мне выпадет вот тогда керамбит или гатнайф. Так что ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь на мой канал, потому что это тоже очень важно. Мне, ребята, очень приятно. Для меня важен каждый новый подписчик. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик, дабы всегда знать, когда у меня выходит новое видео. Также пишите ваши комментарии. Ну что же, с вами был ваш Кента ПК. Всем удачи и всем пока.